Партнер проекта – стоматологическая клиника «Евродент». Современная клиника со своей зуботехнической лабораторией. Здравствуйте! Решил добраться до поговорок про деньги и немного их прокомментировать от себя. Итак, вот некоторые из них. Если шнурки рвутся очень часто, к получению легких денег. И к такой же легкой трате на шнурки. Зерна, лепестки роз, деньги и конфеты нужно кидать в новобрачных, покидающих ЗАГС. К счастливой жизни. Так можно счастливую жизнь у ЗАГСа и провести. Чтобы молодые не нуждались в деньгах, жених в день свадьбы должен положить в правый ботинок монетку и хранить ее как семейную реликвию. А лучше сэкономить на пышной свадьбе и положить деньги на депозит или вложиться в ОФЗ. Так и ходить удобней, и шансов заработать больше. Шапку на стол не кладите, денег не будет. Кладите шапку, а в нее деньги. Клякса птичьего помета на кузове к финансовым успехам. Однако, чтобы эта примета сбылась, ее нужно быстро смыть. Мне кажется, вторую часть этой поговорки писали маркетологи сети автомоек. Если на велосипеде едет молодой мужчина, ждите телефонного звонка. Среднего возраста – неожиданные деньги. Если живете на Урале, не ждите. Посадить дома денежное дерево – к деньгам. Мне кажется, и фикус сойдет. Дерево все-таки жалко. Правая ладонь чешется – получать деньги или здороваться со знакомым человеком. Левая – отдавать деньги. Если чесание затянулось, лучше сходить к дерматологу. Отнеситесь к этому с юмором и не забывайте, что примета приметой, но лучше хорошо работать головой и не надеяться на случай. И не забывайте, не деньги делают нас счастливыми, а умение правильно ими распоряжаться. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!